когда появились самые первые стихи о Камчатке. Наверное, большинство зрителей моего уютного видеодневничка почешут себя в затылке и не смогут ответить на этот вопрос. А я вам расскажу. Самые первые стихи о Камчатке появились в середине позапрошлого, то бишь 19 века. Самое известное первое стихотворение принадлежит перу горного инженера Таскина. Оно было написано в 1854 году, а следующее произведение было написано годом позже. Его автор Владимир Бенедиктов, поэт, который сейчас несколько забыт, но в свое время он был известен даже больше, чем Александр Сергеевич Пушкин. Я беру в руки однотомник Владимира Бенедиктова, вышедший в большой серии библиотеки поэта в 39-м году века минувшего. И открываю этот томик на 238-й странице. Стихотворение Владимира Бенедиктова называется «И туда». Оно, как я уже говорил, датируется 1855 годом. И туда, на грань Камчатки, ты зашла для бранной схватки рать британских кораблей, и, пристав под берегами, яро грянули громами перешлицы из-за морей. И прикрыт звериной кожей, камчедал на них глядит. Гости странные, похожи на людей, такой же вид, только чуден их обычай знать. Не ведая приличий, злостью выехали в свет, в гости едут, незнакомы, и, приехав, мечут громы, здесь хозяевам в привет. Огнедышащих орудий навезли, дымят, шумят, а ведь все же это люди, камчедалы говорят. Камчедал, пускай не к стрелы, ну прицеливайся, бей, не зевай, в твои пределы видишь, вторгнулся злодей и дикарь. В недоуменье слышит странное веленье. Как? Стрелять? В кого? В людей? И ушам своим, не веря, нет, сказал: стрелу мою я пускаю только в зверя. Человека я не бью. Владимир Бенедиктов, 1855 год. Откладываю книжку в сторону. Знаете ли вы, что на супротив нынешней краевой больницы ремонтируется разворотный круг для внутригородских и пригородных автобусов. Очень много лет, еще тогда, когда здесь существовал старый рынок, этот круг был грунтовым, был разбит в усмерть, в нем были огромные ямы, колдобины, грязь, но наконец-то за него взялись. И сейчас я покажу, как выглядит строительство нового, современного асфальтированного разворотного круга для автобусов. Это строительство снято единственным глазом циклопа летучего фотоаппарата. Смотрите. Thank you.
Одно из первых стихотворений о Камчатке мы послушали. Строительством разворотного круга напротив краевой больницы мы полюбовались. А, кстати, о стихах. Кстати, о стихах. Я уже не раз в выпусках своего видеодневничка говорил, что мы с женою подготовили и сдали в печать антологию «Стихи о Камчатке». И эта антология наконец-то вышла в свет. Вот она. Пора опять читать стихи. Стихотворение Виктора Соломатова так и называется «Камчатка». Даешь камчатскую экзотику, кожи паренские ножи, сияние северного готику, торосов белые кижи. Так думал я, оставив берег, шагнув за синюю черту, и рифмовала с берег, с Беринг в столичном аэропорту. И все казалось очень мило, тут долго жить не думал я, да, видно, сердце зазнобило навеки стылая земля. И не экзотикой цветистой беда, один в окошке свет, другим возвышенным и чистым, чему и имени-то нет. Пожалуй, несколько выпусков своего видеодневничка в ближайшем будущем я посвящу рассказу о стихах, посвященных Камчатке. Видите, какая тавтология получилась? Посвящу посвященных. А пока в порядке рекламы сообщу, что, во-первых, эту книжицу «Стихи о Камчатке», в которой, между прочим, 556 страниц, можно раздобыть, естественно, не безвозмездно, у меня. Для этого можно написать мне на адрес электрической почты, указанный в описании канала. А 30 сентября нынешнего года, то есть через месяц с небольшим, в рамках регионального книжного форума антология «Стихи о Камчатке» будет представлена в Камчатской краевой научной библиотеке имени Семена Крашенинникова. Это произойдет 30 сентября в 6 часов вечера. Вход свободный, приходите. Там же после окончания антологию «Стихи о Камчатке» можно будет у меня купить. Но имейте в виду, книг очень мало. Так что торопитесь, кто не успел, тот опоздал. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится. Время от времени узнавать, чем я занимаюсь, что делаю, чем живет Камчатка на моем фоне. Ежели не нравится, ставьте дизлайки. Пожалуйста, пишите внизу, вот там, под роликом, свои комментарии. Я читаю ваши комментарии и время от времени даже на некоторые из них отвечаю. Это точно. А ежели вы на моем канале впервые, ежели вам понравилось смотреть на вот эту вот физиономию и слушать то, что я несу, ежели сразу вам не стало скучно и вы не ушли смотреть телеавизор, то сейчас, коль вам нравится, коль вы хотите возвращаться сюда снова, 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 снова и снова, сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив рекомендации которой, вы не будете пропускать новые ролики на моем канале. Вот эта подсказка. Делайте то, что она вам велит. Сделали? Кнопочка «Подписаться» из красной стала светло-серой, и в ней появились два волшебных слова «Вы подписаны». Колокольчик вы тоже нажали. Ай, молодцы, теперь вы не будете пропускать новые выпуски моего видеодневничка. Читайте книги. До свидания.